Итак, всем привет. У нас сегодня 3 января, и мы находимся с вами на Нерчинском пляже. Смотрите, как здесь красиво. Так, здесь все фотографируются. Еще раз повторюсь, все чисто, комфортно, уютненько. Такое вот красивое, обалденное море. Все отдыхают. Здесь у нас есть цветы, да, куда преподносили память погибших. Ну, в целом все довольно культурно, все этично. Держи за меня сильнее. Держи сильнее. Чего тебе страшно? Сейчас покажем. Держи за меня. Держишься? Да. Красиво. Давай аккуратненько. Не упрыгай. Красота, да, все равно? Прикольно же? Осторожно, телефон не урони. Давай, держись. Да. Смотри, как здесь красиво. Холодно? Тихо. Оп! Давай. Это что, разгонялись? Ага. Давай, держись. Ближайшие полицейские. Вот такая-то у нас дорога. Очень красиво здесь. Мне показалось, что КамАЗ, как КамАЗ, да? Давай, Настя, держись и не упадай. Очень красиво. Очень красиво. Держись за меня, держись. Подожди. Может, фоткаемся? Давай. Ну, еще раз. Давайте на горох тебя сфотографируем. Пошли. Секундочку. Ugh.
Настен, пошли, я тебя здесь сфотографирую. Вставай здесь. Тормози, тормози. Давайте мы вас тут сфотографируем. Вера, понимаешь, что вы не те велосипеды купили себе, да? Вот каких нужен. Давай сюда. Как они вытаскиваются сзади? Ну, надо нажать. Давай. Ну, классно. А палец-то где взять? А, сюда. Я говорю, на техшоп хоть бы взяла, так-то ветерок. Ну, ветерок нас чувствует, да? Я хоть это надел так, но ветерок холодный. Что, давайте я тоже. Давай. По панике, еще. Еще. Да, губки, бантики. Дай. Подожди, дай тебе на свой лучше сфотографирую. Фотосессия. Сфотографируйте нас. Давай. Палку выдал. В воде. Такая набережная. И такие мопеды. Какой-то у меня взрослый стал. Сейчас снимаю только и красивые пейзажи, сейчас снимаю. Вот, сейчас снимаю. Вот здесь вот море, дяденька. Главное не упасть. Так. Ой, там солнышко красивенькое. Выключилась. Это нормально, она снимает. А, все. Ой, ой. Маленькие неровности. Ой, значит, эта штучка будет. Которая будет еще. Катька. Ой, вот здесь вот красиво. Она же снимает? Колодец. Так, здесь парень. Ой, елочки, елочки. Да, даже есть елочки, да. Даже наряженные. Где-то там море. Столбы. А частные дома нет? А теперь, может, развернут по нас. Развернут. Значит, некрасиво получится. Все, елочки. Вот так дорога. Нажми газ, да я поснимаю. Так. Так, начинаем. Ага, сейчас. Газ, давай. Страшно. Ой, еще попищи, там дядя идет. Как тормозить-то? Как идешь, а игрушки.
Ну да. Все, зелень красиво здесь. Солнышко светит. Пойдемте, это на вот. Красота. Такие вот у нас горы. Но сейчас камера не может передать. Но просто потрясающе. Такой вот закат. И горы прям все светятся. Не знаю, видно вам или не видно. Надеюсь, что видно. Такая красота. На самом деле, на веретенке. Самое красивое это вот здесь.